Мы продолжаем игру Child of Life с вами, убивашкой мы играем. Мы убили сейчас одного паука. Есть главный... Так. Неровный замрет. Блять. И получил 10 тысяч опыта. То есть... То есть, так... Так, еще осталось... Раз, два, три, три уровня. И он будет молодцом, игрцом. Ладно, да? Идем сюда. Запись. Черт. Сундучок на расстоянии, да? Необработанный Рубин X2. Вот тут паук будет еще. Так, робот. В хранилище лежит наш путь. Аврора, нет. К чему тянуть? Заклятие нужно снять скорее, чтобы карьера шла быстрее, бодрее. Ну ладно, пусть. Нет, или да, к чему скрывать? Обманешь? Обманешь! Правду рассказать? Ведь я всегда веду все эти дела. Что-то непонятно. На какие-то фразы такие заумные, непонятно. Чтоб Маград все поняла, ведь ее лучше в мире нет. Обзор ее как солнце свет, а шортка как ее сверкает, и мое сердце просто тает. Когда хранилище вернем, я славу быстро обрету, а вместе с этим заодно. И любовь Марга... Как это, сука? Такие имена? Кто придумает такие имена? Маргарет. Блять, я не туда, оказывается, ударение ставил. Вот что так. Не страшен. Любовь мне силу дадет. Придадут. Что это за хрень? Покидай, да ладно. Шифр? Да в пизду. Вот так. Вот оно. Готово. Давай, проходи. Скорее вперед. Блять! Я там же не всех переебал. Верну богатство я в страну.
и сердце Маргарет верну. Возьмите часть себе домой, прихватим золото с лихвой. Тебе должно быть все равно, чужое брать запрещено. Так. О, присоединился. Просьба выполнена. Опа. 5 секунд. Так, посмотрим, что это у нас. Живая вода X2. Что у нас тут? Необработанный рубин X3. Необработанный цитрин! Маленький, я говорю. Волшебный нектар X2! Хуй. Так. Ну все, тут пока что мы закончили. Ну, тут паучок должен быть, походу. Давай. А плюс с сетями, но магну мы освободим. Так. Это типа босс? Да, за прошлого босса 10 тысяч дали. Да? Охренеть. Опыта. Угу. Тут просто батя. Тащерский. Ты, блядь, он дамажнул так, что пиздец. Я что-то не то сделал. Скорее не на всех. Ну вот, бафнулись. Все. Остальное похуй. Ускорение. Это значит читерство. Видишь, как быстро. Mm-hmm. Так, ебашим его. Тут затишье юзаем. Затишье это замедляет их. Я то понял. Есть и мы быстрее, они медленные. Вообще. Так, что-то плохо. У нас бьет. Так. Оцепенение. На всех. Кто-то, где он? А, сейчас кто-то кинет. Так, убили. Оцепенение, опять же. Критически. Убит. Нет, жив. Ну ладно. Это пока что. Ладно, стрел. Что-то плохо. Ладно, добьем. Снимем с дамага. Так, оцепенение. Ты ее как поддержку долбил, да? Да, но мне чисто поддержку. Не такой больно бафовый игрок. Короче, во-первых, мне нравится то, что первый скорострельность я бафую. Намного проще дается. Проще идти дальше. Так, оцепенение. Ну вот и все. 10 тысяч. Апнул. Всех апнул при том. И тут паутина. Это мы сердце большого великана спасаем. Я так понял, по центру еще после этого будет большой паучара. Так, что мы... Так. Вот это. Тут у нас это. Тут. Так. О, ливень. Это надо прокачать, то есть 1, 2, 3, 4 5 уровней. Видишь, у меня поддержка. И мы тебе, что это у нас, антидот исцеляет быстрее от недомоганий. Ну хер с ним, мне главное вот эту штуку. Я, блядь, не то прокачал. В пизду. Ну, хуй.
Вот только липнет во мне снова. Неровный сапфир! Теперь надо... Это... Сейчас убьем его. Пофармимся чуть-чуть. Так, делаем помех. Вот так вот. И вот так вот. Ваншот. 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 Это плохо, что так вот. Вот так. Ваншот, нет. Сука. Что-то не то нажал. Что-то он уже лучше из тварь. Ну все, он тут. 2000, никто не апнулся. Необработанный изумруд. Как нравится перед наряд мне твой. С тобой в бою, как за стеной. Взаимно, с цирком прочь уйдешь. Другого дома не найдешь. Смотри, там враг. В шалаш потом. Сказать хотела. Шапито. 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 Что такое шапито? Не знаю. Хрен его знает. Так, я потерялся. Куда нам надо? Наверх, наверное. Да, мы оттуда. Наверное, вот сюда. Внезапная атака. Камешек. Камешек, камешек. Бафаем, значит. Скорее на всех. Тыщ. Тыщ, дыдыщ. Камешек. Ладно, не суть. Вот этого можно еще, может быть, можно будет остановить. Не, не связано. Так. Ёбаный ты урод. А, не прёт. Зачем я это сделал? Ну ладно, хер с ним. Помеха. Тыщ. Замедление. Ну вот, они все потрачены. Так быстро. Никто не погибает от моих рук. Ну все, он труп. Ваншот. Ай, еще чуть-чуть. Она апнулась. Может на пробел нажимать? Я знаю. Че я будешь долбить? Да, вообще можно все долбить, я не знаю что. По-моему, вот эту долби, пусть и будет огромный урон. Так, нам сюда? Блять. Мы здесь уже были. Нет. Отсюда. Эликсир урона X2. Пусть летает сеть Аврора. С этим мы покончим скоро. Сейчас внезапная атака. Главное, внезапная атака, остальное пофиг. Остальное посрать. Что, видишь, какая форма мне далась?
Так, что мы тому так? Этого ебашим. Первым делом, высолеты. Полонился. Так, и теперь у нас затишье. Долбим опять же его. Это догоняет. Но хер с ним, не успеет. Что-то не то. А, мана кончилась. У него маны мало. Видишь, 14. Ну, он мощный, по крайней мере. Так, убит? Нет. Но, по крайней мере, по нему больше я бомбить не буду. По нему. Вот так. Убит, этот ранен, этого скоро сейчас убьем. Оцепенение. Что? Не знаю. Я так и понял. Так. Перелучный парень. Переднего. Так, а этого мы берем оцепенение на всех. Не получилось, ну и ладно. Все равно этот труп, этот раненый, мы его сейчас как-нибудь убьем. Нет! Опередил меня. Уклонение, молодец. Уклонение, ну сучка. Держись. Оцепенение. И вот так вот. Он труп. Ну да, 104. 10 тысяч. А, минус я. Необработанные цитры! И вот, всех паучков мы ёбнули. Остался последний. Походу он туда, вот самый центральный. Видишь, по центру, что это? А, ты, кстати, не взял то, что... Типа ящик там был. Там сверху? Да. Это его еще не брал. Так, ливень. У этого что? У этой. Мы это. Плюс к мане. Вот это. Все. Ну все. Я слышу ровный сердце стук. Но еще здесь один. Неровный изумруд. А. Черт. Так. Паук в глаза нам посмотри. Раз, два, три. Скажу тебе, не шутя, ты доиграешься, дитя. Так. Опа. А это... Нихуя себе. Так. Надо логично подумать. Что начнем с первого. Бафать это точно... Ты у нас у этого большого. Хуясь, у него скорость. А он что-то бахнулся или что? Я хилить их не буду. Так. Затишье. Юзаем затишье. Ну, давай быстрее. Практически убили его. Все по нему хуярят.
Так, где у нас спинение вот? А чё так мало дамаг-то походит? Типа босс? Подготовка. Он ускорил. Так. А возьму и поменяю ее на... Ребеллу. А Ребелла у нас может делать... Что это у нас? Профилактика. Ты хилить. Удачный бой. Блять, она ни хера ничего не умеет. Исцеление. Его. Блять, что-то не то. Давай Аврору. Так и быть. Пробуй новое вот это. Обычно. Ебануться! Что это? Так, это у нас стопроцентная. Ты жива, Аврору в пизду меняем. На Нору обратно. Пусть отхилится, да? Да просто видел, что это было. Ага. А мы еще ускоренные? Ускоренные. Это твою мать, они меня не дадут ударить. Даже бы еще не слить-то. Запенение. А-а-а! Ударю. Ударь, прям. На. Замедлен. Так. Оцепенение. Сбили. Уклонение, молодец. По нему. Уклонился, молодец. Он меня просто удивляет с каждым разом. Блять, они даже не загнулись, пиздец. Сколько надо по им выупасить? Ты этого? Обездвижил по огромного. Короче, босса. Я понял. Хорошо. Так мне это не очень радует. Почему? По нему дамаг хуй наносится. Это что за хуйня? Вот эти только загибают, столько. Бафнусь, блять, ну пиздец. Сейчас. Хилим его. Зелье, значит, что у нас? Магия. Сильно магическая. Мана. Что это? Сильно восстановление. 50% маны и жизненько. Это для этого. Павший союзник. Минус. Наносящий урон. Блять, и по ней начали ебашить. Да вы специально как будто. Так, хил, хилимся. Давай, давай, молодцы. Держимся, держимся, держимся. Так, ебаши просто. Ааа, не успел. Я. Вот прикинь, если бы его не ликнул, был пизда бы. Ну когда вы уже согнетесь? Вот эти уже согнулись. Видишь, они согнулись уже.
Это еще близко к их смерти. А вот большого я даже не знаю, сколько по нему ебашить надо. Наверняка очень долго. Так, делаем, у него юзаем это. Без движения. Ах, сука, охуел. Ебануться. О! Светляток. Сейчас отхилим его. Ютуб бафу на нее потратим. Так, хилим, хилимся. А то я, блядь, боюсь потерять. Тут помирает персонаж. Ну, правда, я могу их резать. У меня есть персонаж. Резающий. Клоун, который. Арлекин. Молодец. Все, давай ебани его конкретно. Ну, 50. 88. Да. Критический дамаг. Это был критический дамаг. И хорошо, что критический дамаг. 88, это критический, представляешь, как мало. Да. Бля, заебало. Сука. Просто тупо откидывает. Зелье скорости. Где скорость? Вот. Пизду. Теперь не понимаю, ребят. Придется менять его на Фина, так и быть. А мы делаем общий наемный нагрев пукана. Сейчас как пукан бомбанет. Не бомбаню, к сожалению. Сука, обязательно по Фину! Все, блять. Никто теперь мешать не будут. Так. Ускорение на всех. Ебать. Копать. Не то слово, ебать, копать. Да перевернуть не перевернешь. Давай, пукан. У меня зарница есть. Или что если удар молнии? У меня молния не прокачана. 32 дома. Как у него вода? 137! Так. Вот это теперь хорошо пошло. Бафнется? Нет. 32. Так, потихоньку вынесу. Блять, она в рот. Так. Зелья. Пиздец, я зелья все нахуй сейчас потрачу. Блять, Фин, живи! Загнешься, я тебя убью. Все, замедлился. Молодец! Так. Ну нахер, просто ебану его. Ускорение. В пизду, он заебал меня. Обездвижило, блять, сука, ну какой он же гандон. Он даже не загнулся еще. В пизду. Как-то так его убать надо.
Все? Обездвижил. Крит. Вода. На. И вода. Вода. Во! Загнулся наконец. Наконец-то. Это сколько времени я потратил? Минут 15. Даже чуть побольше. Минут 10. Вот это реально. Давай пуканом. Зорницы давай посмотрим. Как у него огонь. Претерпит он огонь или нет? Так же абсолютно было. Но надо обратить внимание. Да. Вода 137 дамаг, визорница 137 дамаг. Прерван. Сука, ускорился. Вода. А это мы бафуем нас. Ну хуй с тобой. Давай, давай, давай. Он выпрямился. Не, он загнулся. Есть. Я, а это потому что он ускорился. Загнулся. Он когда ускоряется, так всегда. Уклонение, молодец. Это мама. Да, не поддержу. Кому? Ну, этому. Фину. На. Оглушение. Все, заебись. Мочить. Так. Маны нету вообще. Мана. Мана? Здоровье. Мана. Это 75%. Сойдет. Все! Япнул есть. Два апнул, Саша. Ага. 26. 31. Два. Уровня апнул. Один. Апнул. Один. Два. Там сапожек что-то открылся. И снова сердце бьется славно. Желаем долгой жизни, Магна. Сограждане, прошу внимания. Смогли мы Магну исцелить. Верну я ваше достояние, и путь в хранилище открыт. Принцесса. Сэр, прошу, Аврора. Мы вас благодарим. Мы скоро умножим ваши сбережения. Нас ждут в Лемурию вложения. Ты так добра, аж сердце тает. Твои поступки вдохновляют. И я люблю тебя, сестра. Повысить Роберта пора. Ну давай повысим Роберта, блять! Слыхали? О, Маргарет, душа моя, твоя улыбка злата свет, а голос тон звон точно. Момент. Точно звон момент. Монет, да. И банк, и магны спасены. Достойней нет зато цены, чем лапка нежная твоя. О, Роберт, разве деньги я? Совсем не знаешь ты меня. Так. О, Маргарет, не уходи! Сука, крашеная. Как стало холодно в груди. Увы, надежды больше нет. Рук флейт, ты сердцу даст ответ. Прекрасная песня и снова. Но боль все не уходит. Вот и прощаюсь с вами я. Домой попасть мечта моя. О, Боумус, попули меня. Попули меня. Попули тебя. Благодарит, даем за рог. Свои долги вернем мы в срок. У Магны помощи проси. Чтобы подняться к замку ввысь. Так, 7 навыков продолбить. У нее одна. У этого один.
Что продаешь? Отверь. Нет. Плюс к мане. Вот. У этой две. Что это у нас? Время. Это плюс к здоровью на 10. Увеличит максимальное здоровье. Повышает. Повышает уровень защиты от магии на 5. Полезно. О. Повышает урон. Так. Ты... Ну все. Ты нас пропустишь? Я раньше не встречал таких костюмов и ушей больших. Все пахнут, как цветы в весну. Так гляди, чихать начну. Что за отвар? Ведь неприятный. Из трав, что дал Матильде лес, попробуйте. Да это ж мята. Хотел бы я остаться здесь. Чё? Вот я и прощаюсь с вами. Блять, туда надо мне пройти. Точно, там я должен яблоко. Этот гондон сказал продать мне яблоко. Хотите яблоко отдать? Хочу. Нет, нет, я не смогу продать. Тщеславный пидорас. И там еще один крыс, еще одно месте крыса лежит, сидит, то есть, не знаю, что это. Утесом Эрин. Сейчас покажу. У меня там крысятина сидит, и нихера я не пойму, что она хочет. Отдай светлячка, типа, а светлячок, блять, отказывается. Тоска мою сжимает грудь. Найдите свет мне кто-нибудь. И свет-то труд ужасен мой. Лучше бы я дворник был простой. Видишь? Сейчас. Не продадите светлячка. Его мне ну. Видишь? Гондон какой-то. Угу. Я не понимаю, что с ним делать. А куда дальше идти сейчас? Я просто не понимаю. Знаю. Теперь мне хорош. Хорошо. И сердце больше не болит. Лара Мэру, путь открыт. Готовы вверх поднять яло. Путь отправится вот тут час. Народец давным-давно торгом не ждет. Так. Вот это мы. Этот. Годзилла. Большое магна вам спасибо. Вы подняли нас на высоту. Пусть Роберт возрастает прибыль. А можно с вами я пойду? Вдруг рынки новые найду. И Маргарет мне будет рада. Конечно, Роберт, так и надо. Он разорил нас на ходу. Чё это? Герцог и герцогия. Глава 7. Так, на этом, скорее всего, мы закончим прохождение, вообще, игру Child of Life. Я так понял, тут у нас ветер. Её сдувает. А на этом всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На этом спасибо. А ёб... Ай, сука. Пизду. Пошёл пизду. На этом всем спасибо, всем пока.